Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю ваши воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда. Когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы не людим. В глуши, в деревне, все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы пустили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: «Вот он! Мои сомнения разреши, быть может, все это пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. Татьяна».